Коллеги, добрый день. Меня зовут Евгений Исайчев, я преподаватель с кафедры цифровых медиакоммуникаций Высшей школы журналистики СПбГУ. Как и вы, наверное, я сейчас общаюсь со студентами с помощью программы Zoom, то есть дистанционное обучение. И я хочу поделиться простым приемом, как можно сделать, по крайней мере, лекционные занятия более увлекательными для студентов, как можно сделать так, чтобы к концу занятия они не разбредались, и чтобы количество их к концу занятия не уменьшалось, а может быть даже немножко увеличивалось. Если в двух словах, можно рисовать. Я люблю рисовать в реальной аудитории с помощью маркера и доски для маркеров, но здесь дома маркерной доски у меня нет. Поэтому я рисую на компьютере с помощью программы для рисования, с помощью программы Zoom, которой можно транслировать экран, и с помощью обычной мышки, мышкой можно рисовать вполне удобно, или еще удобнее с помощью графического планшета Wacom, ну, вы просто обычно, как обычной ручкой, вы рисуете, подключив планшет к компьютеру. Устройство недорогое и достаточно удобное. Так, сейчас я включу функцию трансляции экрана, чтобы показать вам, как на самом деле это у меня, по крайней мере, происходит. Я использую бесплатную программу MyPaint. Ну, MyPaint, потому что у меня операционная система Linux. Если у вас другая операционная система, соответственно, программа может быть любая. Да, здесь не принципиально совершенно ее возможности, достаточно самых базовых. Просто можно что-то рисовать, чиркать в свободном режиме. Сейчас я включу видео. Это видео по либертарианской теории прессы. Это здесь все мои рисунки и записи для студентов в программе Zoom, сделанные в ходе этого занятия. Единственное, это видео, как видите, я ускорил примерно в 60 раз для того, чтобы нам с вами все полтора часа не наблюдать за этими художествами, просто чтобы вы поняли, как вообще это происходит. По крайней мере, в моем случае. Я стараюсь просто записывать концепции, о которых говорю, как бы вкратце, конспектируя собственные слова. И при этом, может быть, иногда какими-то вот графическими элементами сопровождать все то, что рассказываю студентам. Так, на практике вроде бы как. Студентам это более интересно, вовлеченность больше, есть какая-то реакция на то, что происходит на экране, на то, что вы рисуете, на ваши художественные способности. Соответственно, могу рекомендовать вам этот нехитрый прием. Думаю, что и вам, и вашим студентам это должно понравиться. Вот. Спасибо за внимание. Удачи, будьте здоровы.